Ну вы просто посмотрите, ну посмотрите на этот сад. Ну, сейчас будет жарко. Поверьте, это оружие просто создано для того, чтобы уничтожать. Просто создано для того, чтобы идти и рашить. Это вот, понимаете, как спорткары. Типа, они созданы для того, чтобы нажимать педаль в пол постоянно. Вот это оружие, платиновый ускон конкретно, создано для того, чтобы просто лететь и сносить подчастую все и всех, кого ты видишь на своем пути. Сейчас я это вам продемонстрирую. В крайнем случае нет. Я хочу сделать первый раунд свою движуху, которая работает на лоу-лигах безотказно. Поехали. Туда дымочек, пробегаешь, через бок заладишь наверх, перепрыгиваешь туда, прыжок, прицел, никого нет. Ой. Не, ну это почти то, что я хотел сделать. Не совсем то, правда, но... Но почти то. Ю-ху! А может еще раз получится, нет? Молдов на проверку, да. С платиновым усконом, конечно, я буду играть щитами. Так, трансформация в снайпера. Давай, выходи. Выходи стреляться. Но! Будем считать, что у меня полуавтоматическая снайперская винтовка. Чего? С какого расстояния он улетел? Со скольки пуль? 4 там пули было. И то первый я так себе попал. Куда ты летишь? Не, я думал, не упадет, и я его оттуда ушатаю. Покидает игру. Понимаю. Кстати, у меня для вас есть подгончик небольшой. Если не хочешь их пропускать, то прожми колокол. Ну а если уж так вышло, что пропустил, то для тебя есть куча других клевых подгонов. Перейдя по первой ссылке в описании, ты можешь прокрутить рулетку магма. Ну и прямо на этой же промо-странице можешь зарегистрировать аккаунт. Ну а дальше просто заходишь в игру, создаешь персонажа, пробегаешь быстренько обучение, и ты имеешь целый комплект магма-пушек на каждый из классов, а также не самую плохую броню. Данная акция работает для новичков. Ну а также випки можешь получить, пройдя всякие тесты. Ссылочки на них я оставлю также в описании. Как говорится, понеслась душа по кочкам. Ты чё, ебанутый? Что ты делаешь? Ты серьезно? А где они? Понял? Серьезно? Что они делают? Они пошли на один, а не на два. Так, я готов стреляться со снайпером, давай. Ой-ой-ой, а он попадает. Посмотрите под ним. Или нет? Доктор, ты реально странный. Я так понял, как... Ничего не меняется абсолютно. Он все время мне кидает гранату в ноги. Да. Куда ты? А это что такое? Ага, понял. Ну это опять доктор странный, я опять попал. Так, ну хорошо, раз вы ходите на один, я тогда тоже пойду на один. Но! Я косорукий имбецил, забудьте об этом. И... Но! Дровосек-гомосек. Осуждаю, если что, осуждаю. Так, я пошел в единицу в рукав, потом залечу в центр, потом выбегу на двойку, и там дальше уже по ситуации. Понеслась. Платиновый ускон дает мне плюс 100 к уверенности. Забудьте, что я сейчас сказал. О! А! Так, вот я тебя резу, потому что ты мне жизнь спас, и благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Предлагаю пострелять савиками. А ты как хотел? Это платиновый ускон, детка. Куда? Я слышал топот. Куда? Ну ты шо, дядь, ну ты шо? Если ты мне вантап не повесил, то ты мертв, считай, понимаешь?
На! Это свои. Куда летишь? Лучше пресну. Не, ну нет, слишком борзо было, ладно. Плюс ток уверенности сработали, как бы, но не настолько хорошо, как хотелось. На! Дровосек тоже почувствовал вкус крови. На! Подобрал ускон просто. Пошел. Она тогда трансформируется в снайпера, я думаю. И тогда будет все чики-бомбони. Поехали. На! Эта трансформация снайпера прошла успешно. Куда летишь? Не вижу, что снайпер играет. Ой-ой-ой-ой, ну не, это не ваншот был. Хай гранейт. Я за стеной уже, алло. Ну, давай, я знаю, кто тут, выходи. Не-не-не, ну это конечно, это сильно, это сильно. Глюк опять вантап повесил, выиграл меня легко. Так. Теперь. А давайте-ка попробуем наверх пойти с кем-то. И оттуда постреляться. Это будет салам алейкум. Сейчас я покажу, как надо играть снайпером. Настоящий снайпер сейчас будет в деле. Прицел снайперский, все нормально. Глушитель это падение урона обеспечивает. Хреново с ним выходит все. Мы не спотали. Ладно. Он что-то... Ой, не та кнопка. Еще попадать нормально и вообще хорошо было. Какого хрена Авик уже на нашем верху бегает? Капец моим тиммейтам хреново. У них фрагов на всех 25. Против нас играет Доктор Странный, у него фрагов 24. Йеху, ладно. Иди ты нахрен! Почему ты мне опять вантап повесил сразу? Не, ну это я заруинил. Я согласен.